Хулиган, одумайся! Обойди его с тыла, Соник! Хулиган, знаешь, почему ежи не обнимаются? Почему? Слишком колючие! Ну, Соник! Стой, ежина! Разорву тебя голыми руками и перчатки не надо! Да, помнится, раньше Соник был быстрее звука. Вы не друзья, вы изверги! Ну, я вас... Брось перчатку, пацан, а? Вы пришли и привели друзей. Только подойдите! Надо штурмовать! Я подбегу на суперскорости и пну его в живот! Он не успеет среагировать! А я запущу в него линейкой бумерангом! Набросимся толпой, повалим и заберем перчатку! А вдруг он успеет сделать щелчок? Риск слишком высок! И он ведь наш друг! Нельзя ж его калечить! И мой ученик! Он угроза вселенной! Очнитесь! Можно попробовать его вразумить! Вызвать родителей! У него перчатка, директор. В классе его не запрешь. Но поговорить можно. Вы чего там шепчетесь? Ну и решать тебе, штурмуем или вы там еще поболтаете? Уверен, Ной, ты сделаешь правильный выбор. Судьба вселенной зависит от тебя, Ной. Мочить его надо! Мочить его надо!